переходу на железной дороге. Понятно, спасибо. Доброе утро. На железнодорожной станции Калинина прошло очередное профилактическое мероприятие. К сожалению, несмотря на регулярное проведение подобных рейдов, несчастные случаи все равно происходят. 9 октября, 16:52, вот в районе пешеходного перехода у нас произошел очередной смертельный случай в Ленинском городском округе. Травмирован молодой мужчина смертельно, житель деревни Калиновка. В рейде приняли участие представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании, администрации округа и полиции. Участники мероприятия раздавали информационные листовки и напоминали пассажирам о правилах безопасности. Жители по своей сути, видать, спешат куда-то, не соблюдают правила переходов пешеходных, спрыгивают с платформы, залезают на платформу. Но это все опасно для жизни, и это подтверждает вот эти смертельные случаи. Местный житель Олег Иванов постоянно пользуется электричками. Говорит, что редко встречает здесь нарушителей. Нарушители тут редко бывают, в единичных случаях практически, но бывают. Особое внимание было привлечено к подросткам. Многие из них всегда в наушниках и могут не слышать сигнала о приближающемся поезде. По настилам моста мы в отсутствие движущегося поезда, либо подземным переходом. В ходе таких рейдов удается выявить несанкционированные переходы через пути. Именно благодаря таким наблюдениям на станции Калинина было установлено металлическое ограждение вдоль железной дороги. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.